Александр Шефер, спортивный директор Казахстана, Астана. Какая ваша цель в этом новом Giro d'Italia? Александр Шефер, директор спортивного della Astana. Che obiettivo vi state ponendo per questo nuovo Giro d'Italia? Прежде всего, у нас здесь самая главная задача – это победа на этапах. Так как у нас нет ни одного гонщика, будем говорить, на генеральную квалификацию, как это раньше было. Это больше борьба за этапы. Я считаю, что у нас команда есть как на этапы горные, уехать в отрыв и победить, так же, как и на спринт. Как вчера это было, к сожалению, мы упали, там наш лидер не смог финишнуть. Ну и в общем, больше за этапы, будем говорить. Nostro obiettivo principale sono le vittorie d'etappa. Dato che non abbiamo uomini di classifica come negli anni passati, lotteremo per le vittorie giornaliere. Secondo me la nostra squadra è forte sia per le staccate in montagna che nelle arrivi in volata, come ieri sera. Purtroppo il nostro leader è stato coinvolto in una caduta prima del traguardo. Insomma, il nostro obiettivo principale sono le vittorie d'etappa. Планировали работать в каком-то из этапов на Марк Кавендиш? Avete previsto la possibilità di lavorare in qualche tappa per Mark Cavendish? Мы уже вчера работали весь день на него. К сожалению, за 4 километра до финиша было сужение дороги и было падение. И он, будем говорить, упал на этом этапе. Вся работа, которую мы сделали, была вся на Смарку, но это велоспорт. Здесь ничего не поделаешь, кажется. Сегодня этап, я думаю, больше для тех, таких как Батистелла, которые там немножко в гору едут и могут финишировать, потому что сегодня в конце гора, завтра финиш в гору, и потом еще есть 4 финиша, где мы можем. Nell'etapa di ieri abbiamo già lavorato per lui. Purtroppo a 4 km dall'arrivo un restringimento della strada ha provocato una caduta che ha coinvolto Mark, vanificando tutto il lavoro svolto nella giornata. E comunque questo il ciclismo. La tappa di domani credo sia più adatta ad un corridore come Battistella, con un arrivo in montagna. Nei prossimi giorni ci saranno altri arrivi in salita, dove potremo lavorare per lui al fine di ottenere qualche risultato. После вчерашнего падения Марк Кавендиш, как себя чувствует спортсмен? Dopo la caduta di ieri di Mark Cavendish, come sta il ciclista? Да нет, такого ошибкого падения, так, упал он, конечно, все, ободрал немножко локоть, чуть-чуть бедро, но, будем говорить, проскочил. Нет, ничего серьезного нету, а? И это радует. А? Если по сравнению, смотреть с другими гонщиками, которые упали, что там действительно пострадали, мы отделались легким испугом. Не стато una rovinosa caduta. Ha riportato solo delle escoriazioni sulla gamba e dal gomito. Poca roba rispetto ad altri ciclisti coinvolti nella caduta. È stato più la paura.